Что же будет, если объединить Хала и Портал вместе? То получится Split Rage игра. Вот в BTM сейчас. Да. Так, что есть в этой игре? Ну, в принципе, ничего такого, да. Вот, скины, как всегда, донат, да. Но самое главное в этой игре, это, так сказать, то, что это как хала-шутер, вот. Но есть тут и из портала портал, да. Ну, нормально, так сказал. Вот, сейчас найдет матч. И я вам покажу. Так, вот нашло игру. И тут надо голосовать за карту. А, ну не за карту, еще получается режимы всякие. Написано 10 игров. Ну, короче, случайно нажму, да. Никто с нами не голосует. Так, переход к матчу. Так, ну вот они, порталы всякие, да, вот. Мне не очень нравятся порталы, да, поэтому я ими, в принципе, и не играю. Так, есть два оружия. Это по-разному, но винтовка это всегда, как я заметил. А вот второе, это уже разное. Что это? Какая-то штурмовая винтовка. Вот порталы. Да, так вот в них заходишь, можно убить себя. Да, вот, я себя убил почти. Так, ну вот противники выглядят вот так вот. Вот он меня убил с винтовки. Да, на дальней дистанции штурмовая плохо очень. Есть реактивный вот ранец. Угу. Во, убил. Ой, где-то я упал. Так, нет, давайте как-нибудь вот так и сюда. Оп. Ай. Ну, это как раз был гранатомет какой-то, да? Угу. Зайду-ка я сюда. О, так, штурмовая, это винтовка. А где кто? Ага, чередями стреляет. Хедшот. Еще одного. Так. Ой. Сюда. Нет. Блин, хп мало. Ладно. Так. Что бы сделать? Вот так вот. Оп. Я у него в спине. Нет. Я думал, я в спину не зайду. Почти убил. И вот с чего он меня убил? Что это? Автомат какой-то. Где-то он тут. Или нет? Вроде бы сверху ведь был. Кто? Зачем я тут тупик? А, вон куда еще выше можно забраться. Ладно. Как-нибудь туда тпхнусь. Так, ну и как? Где там портал можно поставить? Походу не так. Хедшот.
спину убили, тварь. Тварь. Ну, в прицеле как-то оно стреляется очень плохо. Кто я взял? Я взял то же самое. Лучше без прицела стрелять, да. Но тут раздачи... Ой, раздачи. Смешно, отдачи никакой такой нету, да. Опа. Да ну как? Как играть? Сколько у меня киллов? У меня 10 киллов. Где, где? Да... Сложная игра какая-то для меня. Все, 3 минуты играть. Опа, сюда. О. Ха-ха. Вот так. Ладно. Так. Винтовку возьму. Это шводус. О, что-то взять могу. О, у меня вот как раз на это оружие выпал скин. Что это такое? На нем есть прицел, но нельзя прицелиться. А зачем? В чем смысл тогда? Ладно. Игра окончена. Так, 12 убийств, 4 в голову, 1 тройное. Нормально. Расстояние, урон. Какой-то... Какой-то... квест или что это? Ну да ладно. Так, инвентарь. Вот что тут вообще? Мне вот выпало это, это какой-то пп. Ну такое себе. Есть скины на персонажа. Так, ну золотой какой-то. Где-то пират какой-то. Какое-то дерево. Нига. Ой. Ну да. А, тут можно цвет поменять или нет? Реактивный ранец. Пушка. Ну так мало всего пока что, да. О, эмоции. Ну, 3 эмоции это такое себе. Угу. Ну да, бета-тестов. Получить награду. Что я могу получить? Где это ваша награда? А. А, это опыт. Угу. Так, вот мне дали то, что... Так, кстати, кейс. Или как это? Можно открыть, наверное. А, нет, ни для чего. За кибербулили. Во, код. Ее, вводите мой код. Ладно, шутка. Да. Ну вот такая игра. Да, конечно, бета-тест еще, но поиграть можно, да. Рекомендую. Все, спасибо за просмотр данного видео. Ставь лайк and subscribe on my channel. Да, ну как-то так. Всем пока.